Всем привет! Следующая посылочка из Китая, очень маленькая, и на ней одна единственная надпись, которая гласит, что тут находится модуль. Модуль, не помню, что за модуль, ехала из Шэньчжэнь, Гуандонг. Короче, неважно, приехала так приехала, откуда она ехала, неважно. Все. Модуль. А, все, помню. Это, короче, модуль для Arduino Bluetooth. Да, Bluetooth. Не знаю, зачем я ее заказал, но она очень дешево стоила, потому я ее купил. В общем, вот к чему приходят лазения на китайских сайтах, к чему оно приводит. Так, всем спасибо. Кому нужен этот, кстати, модуль, продам дешево. Мне он не нужен. В общем, всем спасибо. Пока.